Пошла запись. Всем привет. Это 38-й день моего путешествия. И я очень устал. До Бремена еще километров 38, может. 37. Я, если честно, не уверен, что дают до этого. Что-то пошло не так, мне кажется. Но спасибо большое Борису из Гамбурга за бутерброды, которые он мне дал с собой. Было два дождя, такие, что у меня вымокли штаны. Здесь как-то дождливо, между прочим. Вот. Больше ничего нет в голове. Хочу доехать до Бремена.